Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Чел современный и геймер реальный, виснешь часами в сетях социальных. Как же там новым не сбить тебя с толку? Чуть устарел, а меняешь недолго. Здесь есть девайсы по ценам приличным. Можно писать ник в паблик и в личку. Неважно, ты чикса, а может пацан. Все покупаем в «Ломбарде Титан». В «Ломбарде Титан». Только в августе в джинс-банке каждую неделю джинсовая пятница. Скидки до 50%. Торговые центры «Зенит», «Аленка», «Антей». Ленинский районный суд вынес приговор продавцу автомагазина на улице Комсомольской. По данным следствия, молодой человек продал видеокамеру, замаскированную под брелок автосигнализации. Торговца с поличным задержали сотрудники ФСБ. Для проведения проверочной закупки они тоже вооружились скрытыми камерами. Все подробности у Сергея Пичугина. У вас микрокамера, вот брелок продается. Номер 808, можно? Значит, поподробнее, что это? Типа регистратора что-то? Микрокамера. Оперативники ФСБ были в шоке то ли от такой наглости, то ли от глупости продавца. Ведь запрещенная камера под видом брелока лежала прямо на витрине магазина. Я включаю, то тут будет как-то обозначаться с ним. Да, там лампочка выглядит. Сильно мигать или незаметно? Вот если включить, повесить, то незаметно будет? Не знаю, так думаю, что нет. Никто не будет обращать внимание, что там будет. Ну, для скрытости не подпускаю. Продавец не скрывал предназначение камеры. Чудо-брелок он продал оперативнику за 3360 рублей и даже пробил чек. Специальное техническое средство, приобретенное в ходе проверочной закупки, согласно заключению технической экспертизы, предназначено для негласного сбора аудио-видеоинформации, оборот которой на территории Российской Федерации запрещен. Вот эту вот кнопку нажимаю, да? Или какое? Включение. А, вот это, а эти ничего, просто так? Нет, это ничего. И камера вот, это вот большая, которая, да? Угу. Можно тогда вот? После контрольной закупки продавца задержали. Свою вину молодой человек признал полностью и пояснил, что хотел получить премию за выполнение плана продаж. В итоге суд приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Сергей Пичугин, место происшествия.